перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Так, друзья, давайте собирайтесь, будем важные вещи делать, важные. Называется «Важные вещи». Отлично, друзья, давайте собираемся все, подтягиваемся, созываем друзей всех, кто друг, тот здесь. Друзья, кто здесь, тот здесь, как говорится. Что мы имеем? Да. Холостяцкий обед. Холостяцкий обед – это когда нихуя нет, но жрать хочется. Ну, есть, конечно же, что у холостяка есть. У холостяка есть остатки. Остатки, как говорится, сладкие. И из остатков мы сделаем просто бомбу. Вот реально, смотрите, нихуя нет в холодильнике. Нихуя. Красная икра. Только, блядь, красная икра, которую я не ел почти. Ну, что-то там ел, но, короче, она дешевая, ебаная. Красная икра финская, она дешевая. У нас нихуя нету, поэтому она финская. Смотрите, что мы делаем, друзья. У нас есть сковорода. У нас есть сковородочка. Да, вот вы не видите, у нас есть сковородочка. У нас есть остатки сыра. У нас есть что в баночке? Баночки, кусочек курочки, остатки картошечки. И на дне там, да, на дне, пожалуйста. На дне рис. Что у нас еще есть? У нас есть остатки гречки. Просто остатки. Остатки огурцов, пожалуйста, выборжец. И яйца куриные. Яйца куриные, их много, но мы не будем преувеличивать энтропию, как говорится. Можно и увеличивать, а можно преувеличивать. Что мы делаем? У нас, конечно же, есть... Что у нас есть? Сливочное масло. И молоко. Фоном играет радио Орфей, конечно же. Выборжцы, да, всем. Что, мы разогреваем. Плиту я починил. Недавно у меня плита нахуй сгорела. Из-за того, что мой кореш, тоже как я физик, подключил ее пиздато. Там провода спаялись, завоняло. И она просто перестала работать, даже автомат не выключила, что самое интересное. Что мы делаем? Мы делаем сложный холостяцкий обед. Конечно, я не знаю, можно ли назвать обедом. Но почти час дня, поэтому можно назвать. Топим. Я, кстати, не знаю, как еще пойдет это все. У меня есть два варианта приготовления этого всего. Буду использовать либо один, либо другой. В зависимости от того, как расплавятся яйца. Да, смотрите. Ну что, сливочное масло.
Я не боюсь холестерина, потому что по новым исследованиям африканских ученых ничего это холестериновые бляшки появляются не от большого употребления сливочного масла или яиц. Также, друзья, новый лайфхак. Тоже африканско-киргизские ученые узнали, что яйца перед тем, как жарить, не надо мыть. Потому что, типа, моя их, мы и так на них парашу разнесем по окрестным пространствам. Но даже если что-то попадет из грязи в жарку, то оно уничтожится при термальной обработке. Да, друзья, смотрите, яички С0. Что написано? Чамзинка. Бьем, друзья, бьем. Блять, как мне их разбить? Сейчас я вот так вот их разобью. Вот она разбилась. Да, нет, не получится. Не получится, как первый вариант, но я сделаю другой вариант. Смотрите, всего лишь два яйца, а заполнили практически полностью пространство ебаной сковороды. Да, друзья, начинаем все это дело жарить. Начинаем жарить яйца. Посыпем солью. Соль морская, мельница. Две степени помола, жестко, как все хотели, но это правда. Витя смотрит, Вите делать нехуй. Так, сейчас мы это дело все... Блять, она просыпалась нахуй. Да. Я не включаю вот эту хуйню. Потому что иначе музыка не будет слышна. Смотрите, она уже подошла чуть-чуть. Закрываем крышкой. Что она должна пропечься все-таки, друзья. Должна пропечься. Что мы делаем? У нас, вы видели, что у нас есть гречка. У нас есть остатки, этот кусочек курицы, остатки картошки и рис на дне. Мы сделаем суперсложный гарнир. Такой сложный, почти как мои тексты. Мое любимое блюдо – плов. Сегодня день рождения у Сергея Голикова, а.к.а. МС похоронил. Ему исполнилось 25 лет. Он сегодня нажрется, как свинья. Поэтому пожелаем ему всего самого лучшего. Так, мы подготавливаем суперсложный гарнир. Гречка. Раз гречка, есть гречка на тарелке. Плов на тарелке, гречка тоже. Кусочек курицы. Я вам покажу это все в конце, друзья. Потому что это мне неудобно делать так. Ебаная хуйня. Да, друзья. Да, смотрите, суперсложный гарнир. Кусочек мяса, гречка, рис, картошечка жареная. И тут даже какой-то баклажанчик. Понятное дело, я не дурак, я это все сам не жарил. Это было пожарено из ебаной овощной смеси. Смотрите, оно уже подпекается. И что мы делаем?
Мы кладем сырок сюда, раз. Кладем сырок сюда, два. Все, все холостяцкое, потому что после этого, после того, как я пообедаю, жрать больше нехуй будет. Больше нехуй жрать. Но так как, смотрите, так как у меня здесь нет места для того, чтобы это все, вот это все, да, подселить к сковороде, мы это все отправляем в микроволновку. Да, друзья. Великолепно. Микроволновку на пару минуток. На пару минуток отправляю, чтобы все нормально разогрелось. И я смог поесть, друзья. Ну, нехуй жрать. Почему нехуй жрать? Потому что вот заходишь в магазин, там, блядь, говно одно лежит. Реально, просто жрать нечего. Что покупать? Я вот смотрю, что люди... Ну, стоишь в очереди на кассе. Смотрю, что люди покупают. Они покупают какие-то ебаные печенья. Сладкое, колбасу. Ну, то есть, просто реально мусор какой-то. А я покупаю воду, молоко. И что еще я покупаю? Нихуя не покупаю, это жрать нехуй. Все, яйца. Смотрите, как она заплавилась хорошо. Все, готово. Готово. Все, готово. Готово, друзья. И у нас еще что остается, как вы помните? У нас остаются огурчики. 3 штуки. Ну, не знаю. Ну, вот, наверное, что останется после этой трансляции, это один ебаный огурец. Один всратый огурчик. Челодрас, ты отправишься в бан, если ты испортишь прямой эфир. Не посмотрю на то, что ты мой кореш, ты отправишься в бан. Это мой прямой эфир, его нельзя портить. И все. Так что, друзья, 27 секунд до того, как произойдет чудо. 27, уже 22 секунды. У нас есть огурчики. Вот огурчики. Мы вот так вот снимем с них. Блять, оно упадет. Нет, не упало. Мы снимем с них. Ебаные. Кончики. И будем жрать их. Вот так, друзья. Смотрите, сколько у нас заняло? Скажите, пожалуйста, сколько заняло у нас приготовление холостяцкого обеда? О! Все готово. Все готово, друзья. Все готово, друзья. Опа! Все готово. Смотрите, пожалуйста. Подогрелся сложный гарнир с курочкой. Я его посыплю вегетой. Посыплю вегетой, конечно же. Посыплю вегетой. Потому что как я без вегеты-то? Это я не умею. Да. Это так. Сверху мы положим то, что мы пожарили. Это не сложный гарнир, это суперсложный гарнир. О! Да, друзья, смотрите, как оно получается. Все, сверху положил 2 яйца. Курица разогрелась. Огурцы. И больше нечего, жрать больше нехуй. Но зато есть нормальный хороший обед. Это остатки не то, что вчерашней еды, это остатки холодильника. Просто смотрите, ничего нахуй нет. Яйца, икра, ну вот грудка, конечно, есть. Но, блядь, я не хочу ее жрать, это же отвратительная грудка. Это собаке сварил. Да, для тебя сварил, гад.
Так что вот такая, друзья. Сейчас, как я без того, чтобы забанить кого-нибудь. Так что вот так вот, друзья. Все. Ну, это не должно остывать, это должно употребляться. Я буду есть, я желаю вам приятного аппетита. Я вас люблю. Что еще могу ответить? Будем есть, будем жить. До встречи.